будем играть в Sonic Advance, который портатирован на мобиль, на телефон, на планшет. Короче, разницы не имеет, короче, все мобильные устройства. Ну, типа Sonic Advance. Даже выбранные похожи. Ну, кроме вот этого Sonic, который 8-бит, не знаю, конечно. 16-бит или 8. А, ну да, 8-бит. Ну, по сравнению с другим. Короче, мы начнем с классика жанра. Соника, Sonic the Hedgehog. И даже не думайте, что... Ну, начнем с самого начала, конечно. Даже не думайте, что это... Соника будем... Это супер Соником в только 8-бит. Не, это будет... Ну, Sonic Advance. Ну, видите. Как прыгать? Прыгать надо, жать на А. Ну, как атаковать, ну, можно так вот. Так можно. А, как пойдем вверх? Сейчас мы раньше делали, раньше такой бесполезный была штука. Ладно, еще. Можно поседать. Ладно, было схома, да. И можно делать спиндэш. Вот такой. Вот так присесть и нажать зажатие. Делаем спиндэш. Убираем кольца. Вот единственный минус, тут нельзя потерять кольца, что довольно странно. Что здесь невозможно потерять кольца. Вот в оригинальном 12 без кольц нет жизни, так что... Ладно. И, ну, как сказать, в принципе, в целом я вам скажу, некоторые бесполезные супер-ранер, которые... Боже, там даже не то, что графика плохая, там даже геймплей у меня. Ладно, так почти что вот 179 рублей, хотя оригинальный Sonic the Hedgehog, то есть ежик Sonic, стоит 39 рублей, то есть иначе гривны, украинский. Юху, ежичок, пятачок. Я же взял пятачок, класс. Если вы поняли, то... Я думаю, это должно быть, ладно? Классно. Скопировать классно. Я не говорю, что типа... Скопировать нельзя. Бывает, надо скопировать что-то. А вот этого нельзя. Так что... Это плохо. Ну, главное, когда это будет таким хорошим. Копии даже лучше. Хуже лучше, не знаю. Что это такое? Я уже будет остался грустить, ну ладно. Давайте вернемся. Пошли. Это нет, пошли вернемся. Чтобы делать сильнее этот, вот и это поделать, ну, нажать, и это проводить будет уже намного лучше. Так, что получится. Ну, советую. Мне эта игра, в принципе, нравится. Ну, да, конечно, по-другому называется, разные концовки и так далее. Но, ну, хотя бы какая-то крутая альтернатива появилась. Опа, а там бонус. Чё? А, как это принесло? Ну что, будем сказать, блин, довольно-таки легкое управление, мне кажется. Ну, кому хватает, кому нет, но... Я просто лично ставлю 5 с плюсом, ну, 5 из 5 плюс, ну, 5 плюс, ну, потому что, ну, я не в возрасте не была, какая у меня будет оценка. Вот это, ну, только еще минус это, то, что слова и буквы,
за наш экран и того, то вообще неудобно, так что. Это он подфиксит, а так ничего, и так фиксить не надо. Кажется, что похоже я сделаю копируху, так нормально станет. Ничего нету. Блин. Вот просто бомбом поеду. Ладно, у нас мега скорый имбар тоже. Поняли? Здесь. Ну, что-то можно сделать здесь уже, но в принципе это было бы уже слегка похоже. Думаю, что его послали к этому пацану, пришел в эту игру. Насчет музыки я вам скажу, какие есть. Соник захечивает. Опа, а сейчас будет босс. Ай, больно. Ну, это было как-то видно, это всё. Хотя да, это какие-то дополнительные локации, так что... Ну, чё-то сложно. Так как я убил. Ничего. Ну, боже, это пипец игра какая хорошая и приятная. Мне даже хочется, ну, чтобы, ну, даже так и скажу, чтобы, типа, ты делала ещё Advance 2 и Advance 3 и Advance 4, хотя его нету. Ладно. Да, кстати, здесь есть хаос изумруды, и я только нашел, по крайней мере, хотя бы один пружин, который есть. Ну, одна пружина, которая, ну, того сказали. Нас выкидают в космос, чтобы мы там забрали хаос изумруд. Ну, конечно, ты без сложностей такого невозможно, но в данном случае, ну, есть... Тем более, если ты, кстати, даже вот здесь карты все, боже, все скопировал, ну почти все. Ладно, я понял, это вот пропустим. Ай. Блин, иногда он будет персонаж просто путает, что это такое? Вон. Ох, ничего себе. Если он не хватило, не хватило. Ой, блин. А, ну, он делает, наверное, бессмертный, но это не. Эта штучка, которую нас делает блестящими, наверное, бессмертный дает. Какие-то ботиночки непонятно. Ах ты. Эх. Есть. Блин, ну как туда? Он тылзом надо здесь. Тупо слился. Тупо сливанчик. Все, кубки. Надо бы так Брау Старси назвать. Видео. Кстати, вот такая труба, я вам скажу, это фигня полная. Ну, боже, Тима, как я это помню, и тем более ты такая ностальгия, когда возвращаешься в 90-е. Хотя она разрабатывалась 2000 у кого-то, или когда она разрабатывалась. Наконец-то. За поинтами сходить, что нельзя, да, подпечить. Ставьте, кстати, лайки, если хотите, чтобы была еще одна часть. Ну, куча частей. Ну, чтобы снять и... Ну,
Если он будет знать, конечно. Как же без этого? Ну и подписывайтесь, ставьте колокольчик. Это очень важно, чтобы ну, приходили мессенджеры, то есть ну, уведомления, что у меня видео новое появилось на моем канале. Ну, а на этом, я думаю, будем прощаться. А на этом мы будем прощаться. С вами был Хабы. Всем пока!